Слышишь это, как Ворон, может тебе это что я миск, да, по сути? Да. Может сделаем параметром, чтобы несколько сидов, ну, города делалось. Там же он А это что ли? Ёб может твою генериться мать. по 7, ну, с помощью Там три семя. круга. Я Семя. понимаю, ну, типа, какая разница? Ну, И типа так разные каждый раз немножко. новый говорок. Да. Да вы все равно его не запомните. Ну, как бы знаешь, Идешь каждый. прямо, потом направо. И приходишь Бессмысленная к работа ради либо бессмысленного запоминания. Кстати, бессмысленного звоника. Брифинг будем делать или это Шо, все? зачем? Ну, Раш по пошел. центру. Короче, я в А бой. звоник, где игры в субботу, я не понимаю. Ребята, читы Там же. скачал. Там же, где я, Здоник. У кого Мне чертежи опять города? пулемет дали. Кто там читы скачал? Что за карта? Чё мы играем вообще? Я читы Центр, скачал. О, чё мы играем? Мой хаммер. Даже ничего не объяснили. Берешь, убиваешь чувака вражеского, главного. Алибабада. Выбросили, алё. Поехали. Мне хаммер М2, дайте ваш. Ну, лестницы берите, будем с тобой подсадки делать, кто чего, щитами использовать. Кто со мной пойдет? Не с нами? Вы не с нами, да? Он не слышит про читы. Хорошо. Нет, нет. Это хорошо. Эпид залез в рюкзак Вадима Коренника. Ну-ка, Вадим Коренник. Эпид. Вадима обижаешь? Ох, 16 лестниц. Ты че, для титров, Вадима что ли, брал, придумали? Смотри, берешь лестницу. Есть немного. Все, везите меня. В М2 я сижу за стрелка, мне куда-то видно. У меня рюкзака нет, а в рюкзаке 4 магазина. У меня рюкзака нет, а магазин 4 магазина в рюкзаке. Чё за дичь? Не, у тебя разгрузка за. Да ты, я понимаю, но у меня куда она положилась? Рот. Вон там. Вообще ничего не понимаю. Рюкзак. 4 магазина. Выйди, спидер, он. А вот он. Он невидимый. И неосязаемый. Мы едем? Да. Ребят, пока я полез. Люди, вы как там снизу? Поехали, заберите нас, Питер. Гони давай. Гони меня. Я там зачем? Тихо. Че у тебя, хендровер? Нормально. Нормальная точила. Хендровер? Ругайся. Это написано было. Нам же знаете? Я не зинка, мне не зинка. Да ладно, город, залетаем. Город. Останавливаем свои Почему порядки. Почему похожи на талибский? Я думал, что он талибы сидят. Это реально, на талиб. Натали. Натали свои печали. Натали. Сейчас как в пустыню увезу и все. Там у мужичку. Давай, ой, поехали. Ты знаешь, куда ехать? Примерно. Вы забышь моим шейх? А знаешь, кто этот мужичок здесь на этой карте? Это не просто мужичок. Это Херобрин из Майнкрафта. Выпихните его из машины, пожалуйста. Сейчас у тебя будет возможность. Вот выходишь, пулю в башку. Что там, по-моему, заблудились? Ой, что-то мы сломали. Прямо, прямо, да, да. А чё, чё тут мы хотим? Чё они там говорят, вы тоже слышите? Чё, кого-то убили? По рации покойники вещают. Город, город, вижу город на юг. Ой, сейчас нас будут палить, ребята. 168, опасно. 168. О, 168, так, 179. Так, прям. Пополам 170. 170. Где-то там, вот куда я еду, туда, туда примерно. Ну я думаю, это не лучше идея ехать туда, где показывают. Это ты не просто не понимаешь ничего. Побежали, 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 побежали. В атаку! Да, кстати, правильно. Вам надо было на юг да ехать. Все в порядке, не ссы, я таких проходил компаний 7 дней. Да уже мент, если высотами пропали, а у тебя тоже за картой где-то.
вижу край. Налево. На 11 часов. Я его в аудитории там же слышу. Так, никого не вижу в теплак. Чё за прикол найди? Удалите. Кто ранен? Я могу. Блин, санитар-ты есть? А то я чё-то ору. Не ори. Главное, как спитер не орёт. Торчит из верхушки, с восточной стороны лестницы. Дайте ГП. Вот, да, правильно. Там побежал только что Дали после этой мечети, или как называется, этот пачник. Короче, там Дали побежал на прошлый. На первом этаже, восточный угол. Туда? Да, вот сейчас последний патрон прилетит. Восточный, по восточной, да, туда. Снизу он был, снизу. Жигуль, ты зачем гпш? Я сейчас обс... Я вижу там слота что-то или что? Или что это? Там пулеметы валяется, потому что я вижу что-то белое вокруг прямо дверь. Там где-то 250. А, блин, ну жестко раньше. Репит, пошел туда еще иду, в машине. Делаю, а? По машине не стреляй. Вижу, репит, тебя спину. С тобой еще бегут. Отмечите направо. Такие здания внутри, говорит. Внутри есть где-нибудь что-нибудь здание? В этом доме, который вы штурмуете, а здание? Ну, ГМ заберите, чуваки. Взорвите его. Я на погоде беру. А, кстати, я тоже ранен, как-то готов. Репит, в доме не стрелять, отставить огонь. Наверху второй репит. Этаж, кто там? Свой, второй этаж, ты, да? Да, наверху. Ёж твою. Окей, бинокля нет, у меня тепла, я просто своих игроков не отличить не очень. По движению, смотри, мы шкаф. Ну да. Зашибал кирпичом. Да, туда.
У нас тут по телам ходит. Там свой ходит, не убить его. Нет. Бак сделал? Или перешагивай? У меня ног нету. Что-то я тоже похоже без ног. Дэмос там окружен, там кто-то. А труп чё противник, собственно? Чё? Вижу, в доме, где труп лежит на первом этаже. Там на третьем кто-то лазит. Постреляй! Я лазил на третьем. Вот этот, что ли? Да-да-да. Свой. Свой, свой лазит. Господи, чё? А репит-то откуда-то с другого места. Минус 81, нет. Это где-то 230. 219, что? А дом там есть. Врагов 10, наверное, там. От этого дома, где уже стоит еще дом трехэтажный. Там я человека 4. Откуда лупят? Там на втором этаже кто-то сидел. Там на втором, на третьем, там человек 5, наверное, сидит, я не знаю. Увидел, блин, в окно РПГ. А, еще одного пехотинца, еще кого-то. Дом на дверь. От места, где убили репита, от места, от которого выстрелили. Вот там трехэтаж. Балкончик на нашу сторону смотрит. От вас это где? Ты где сам? Кто-то на третьем этаже где лазил, там труп еще на первом лежит. Это кто? Вот. Это я там. От этого дома на 200 стоит дом. У него балкон на нас смотрит. Вот в этом доме пехи много, очень много. А, и у него прям перед ним, ну как бы слева получается, если ты на него смотришь, у него сломанный дом, да? Да. В камер все учет. Бля, чё у меня тут? Давай сдвиг сделаем. Я помню. Сейчас нахуй к дому пойдет. А это камера работает? Да. Камера на связи? Камбик на связи? Раз. Вы по какому дому работали? Я по... Ну вот как работали по какому-то дому, там они кричали, что по ним сейчас дома пойдут на них. Вот, и там нам так и... Если дом разрушит, он реально упадет. А вот, постреляй по нему еще. Типа, забрал меня? Видишь, там дверь закрыта. Вот это? Да. О, кричат. Я, короче, смог вылезти все-таки из дома, но еще и сознание начал терять. Вижу. Зарядка, грёбан. А что там?
Уходи. Ура.